Добрый день, друзья! Приветствую вас на канале «Коллекция монет». 25-й альбом с регулярными монетами стран мира. Ну и в этом альбоме довольно много стран. И, соответственно, мало монет по каждой из этих стран. Ну, за исключением, может быть, Египта. То есть, по вот этим вот странам еще придется поработать, хотя многие из них не так много типов монет навыпускали. Поэтому, я думаю, потихоньку будут добавляться. И так что здесь, ну здесь не напечатано, так от руки написано. Египет, Ангола, Малави, Нигерия, Западная Африка, Мавритания, Мадагаскар, Лесотто, Гвинея, Джибути, Сомали, Сомалиленд, Руанда, Кабо-Верде, Сьерра-Леоне, Центральная Африка и Сан-Томе и Принципе. Вот по некоторым странам гораздо лучше у меня с юбилейками, с юбилейными монетами. Египет, допустим, практически вся юбилейка, там, за исключением нескольких монет собрано. Кабо-Верде с юбилейкой тоже неплохо. Ну и в остальных странах так. С юбилейными была особо напряженка. Так, ну и начинается с Египта. Ну, по Египту, по-современному, Арабская Республика Египет более-менее неплохо все. Не хватает, наверное, типов 6-7 монет. Допустим, вот есть где-то вот это все Египет, две страницы, две. Вот третья страница есть 2005 года, 1 фунт. Не магнитный, здесь магнитный 7-го года у меня. Такие вот монеты. 2 пиастра 84-го года. Ну, еще несколько монет, которые необходимо будет потихоньку добрать. Они, в общем-то, недорогие, поэтому современный Египет, начиная с 1972 года, будет все-таки, я думаю, собран полностью. Более ранний период Объединенная Арабская Республика, это по тому же Юкоину я смотрю, 58-71 год, не хватает 4 типа монет, из них 3 серебряные, это 60-го года. Большие номиналы. Республика Египет, послевоенная, всего одна монета есть, не знаю, где-то найду ее, не найду, 10 миллимов. Ну, там десяток типов надо будет, это послевоенный период, скажем так, 53-58. Ну а Королевство Египет, ну вряд ли сейчас я их тут в потемках эти монеты найду. А нет, найду, вот они, Королевство Египет. Довоенные монеты. 5-10 миллимов. Страна интересная для собирания. Египет, много достаточно типов монет было выпущено. Так, ну место здесь немножко я для египетских монет оставил. Потихоньку заполнится. Так, следующая страна — это Ангола. Ну, три биметаллические монеты у них были выпущены. 5, 10 и 20 кванс. Тот самый последний, можно сказать, монеты. То есть здесь вот наборы 12 и монета 14 года. Это последние ангольские монеты. Нету набора 99 года. Ну и из более ранних, после того, как Ангола стала независимая, это вот, по-моему, 50 кванс. 79 года. Единственная монета из того периода. Это 70-е, начало 90-х годов. Ну а до этого Ангола была португальской колонией. Вот они. Раз, два, три. А вот они. Это 50 кванс 79. Вот они. Монета маленькая. Ну а более ранняя португальская колония. Вот они, монеты с того периода.
60-е, 70-е годы. Есть монета 48-го года, 20 центава. Какая-то вот из вот этих. Вот я не вижу сейчас. Ну, по Анголе тоже нужно будет позаниматься этой страной. Там монеты есть достаточно дорогие. Немного, но есть. Дальше Малави. Ну, с Малави где-то 1/4 часть только собрана. Это и металлические, опять же, две монеты. 5 и 10 квач 6-го года. Ну и вот всего получается 7 монеток. Еще одну я жду. Должна прийти в ближайшее время. Будет 8 монет, а всего там более 30 типов различных монет. Нужно будет тоже заниматься. Я говорю, стран в альбоме много. Альбом не очень... Вернее, монет по каждой стране не очень хорошо. Следующее, это Нигерия. Нигерия половина собрана. Современная Нигерия. Последние монеты есть. Вот они, набор 2006 года. Вроде больше ничего там не выпускалось с того времени. Найра 1 и 2 биметаллические. 50 кобу. Ну и вот так. В разнобойчик небольшой. Монеты 70-х, 90-х годов. Ну, по Нигерии, я думаю, почти всю ее тоже потихоньку дособираю. По случаю где-то что-то будет попадаться. Западная Африка. Это вот такие вот монеты. Франки. Объединение государств. Вот выпускали такие монеты сообща. Начиная с 50-х, с конца 50-х и по настоящее время. То есть некоторые типы уже достаточно долго, каждый год выпускаются, допустим, десятчики вот такие вот. Практически без изменений. Следующая страна, это вот здесь вот 4 биметаллических монеты, Мавритания. Ну, биметаллические у меня есть, потому что собирал я все-таки биметалл в основной своей массе. Поэтому я их в свое время приобрел, ну и как-то сложилось, что остальных монет пока ничего нет. Тоже это одна примерно четвертая, 1/5 часть всех монет Мавритании, типов монет. Тоже страна достаточно сильно не заполнена. Дальше Мадагаскар. Ну, с Мадагаскаром тоже так же. Все не очень хорошо. 4 монеты всего. Вот эти вот совсем недавно приобрел. 1-2 франка. Вот эти чуть пораньше. 10,50 ариари. Тоже Мадагаскар, все впереди. Лесото также, всего 4 монеты. Последние 2018 года, 10 и 20 лисенте. Тоже с Лесото придется побороться. Ну, еще одна страна, это Гвинея. Всего одна монета этой страны регулярная. Ну, там всего 5 типов. Здесь вот монета номиналом 5 франков 85 года. Несколько монет надо будет потихоньку добрать. И, в общем-то, Гвинея новый франк, период нового франка будет закрыт. Может, там что-то раньше, периоды какие-то есть, надо тоже смотреть. Но пока я особо не разбирался. Так, следующая страна, это
я обозначил Джибути. Вот она. Тоже Джибути 10 типов монет всего напускал. Биметаллическая у меня есть. 250 франков 2013 года. Ну и еще такие недорогих пару монет. Получается 7 типов. И Джибути тоже, в общем-то, будет закрыта эта страна. Следующая это Сомали. Получается, вот он набор. Это набор 2013 года. Исключением вот этой вот монеты. Это 5 центов 76 года. А ну вот это тоже более раннее. Вот получается набор вот эти 4 монеты 6 года. Парочку монет из более раннего. Ну и Сомали есть еще вот такая вот. Здесь я ее пришлось ее отдельно. Единственная монета, которая не вошла в этот вот альбом с размером вот этих вот ячеек. Все остальное, наверное, все вошло из регулярки. По Сомали тоже где-то 1/3 монет собрано. Тоже будем заниматься. Так, Сомали Ленд у меня еще есть. Сомали, Сомали Ленд. Вот она, одна монета. Один шиллинг 94 года. Там, в принципе, тоже еще 4 типа монет приобрести. Потихоньку, недорогие, в общем-то. И эта страна тоже будет, в общем-то, собрана. Дальше Руанда. Руанда, вот они у меня, 3 монеты. Опять же, биметаллические, 100 франков 2007 года. И 50 франков 2011. Ну, вот такая не очень качественная монета. 1 франк. По Руанде там тоже много собирать еще, чтобы закрыть эту страну. Так, дальше где-то у меня должна быть Кабо-Верде. Вот она, тоже одна монета. Юбилейных у меня гораздо больше. Почти вся эта страна закрыта по юбилейке, за исключением, может, нескольких монеток. Ну, а из регулярных был набор. Выпускался в конце 70-х, начале 80-х годов. 7 монет. Скажем, в этом наборе вот одна есть, то есть 6 типов монет тоже нужно будет закрывать. Дальше Сьерра-Леоне. Страна. Биметалл есть, 500 леоне. Ну и самый крупный номинал, самый мелкий номинал регулярных монет. 1/2 цента. 64-й год. Тоже 18 типов вот по юкоину смотрю. У меня 2 монеты тоже. И пока эти страны так по случаю только приобретаю. В основном сейчас более другие приоритеты. Но если что-то попадается, тоже добираю. Дальше Центральная Африка. Так как и Западная Африка. Ну, по Западной у меня побольше монет, по центральной франки, это всего-то одна монета, 100 франков. Тоже там монет 15 еще нужно будет по этой, скажем, организации, по этому содружеству. Ну и последнее, это Сан-Томе и Принсипи. Ну, есть у меня только тоже, опять же, одна монета, это еще, когда эта страна была колонией Португалии. Ну а независимого Сан-Томе пока что ничего нет. Там не так много монет, насколько я знаю. Тоже со временем потихоньку подсоберу. Вот такой вот получился альбомчик. Ну и потом придется, наверное, уже по альбомам раскидывать эти страны по мере заполнения, если вдруг места не будет. Но пока, я думаю, на ближайшее время тут вполне хватит.
можно и вытащить при желании, но показать полностью. На этом все. Спасибо за внимание. Всем пока. Удачи. До новых встреч. Пока.